рамках реализации судебно-правовой реформы, которая проходит на территории Кыргызстана на сегодняшний день, вы прекрасно знаете, и в целях, наверное, логического продолжения, вы прекрасно знаете, принят закон о прохождении службы правоохранительных органов. Логическим продолжением этого закона на сегодняшний день вот выступает наш проект закона о деятельности правоохранительных органов. Что, в чем заключается вообще проект этого закона? Прежде всего, хотелось бы отметить, что этот закон, прежде всего, консолидирует все правоохранительные органы в лице Министерства внутренних дел, Государственной службы исполнения наказаний, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и Государственной таможенной службы. То есть консолидирует наши действия, именно наш функционал, где будут унифицированы в части универсальных полномочий этих государственных органов в их деятельности, где будут прописаны их права и обязанности универсального характера, а также в проекте этого закона будут предусмотрены специфические особенности каждых из служб, той же Государственной службы исполнения наказаний, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, таможни и Министерства внутренних дел. Прежде всего, значит, цель этого закона заключается в том, что в данном случае будет определено место и роль правоохранительных органов в системе государственной власти. Установлены будут правовые основы, принципы, задачи и организация их деятельности. А также определен будет статус и полномочия этих правоохранительных органов.